ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео покупка вот-вот покинувших Юровик лошадей, магических коняшек из Облачного Королевства. Они скоро должны покинуть Юровик, поэтому сегодня мы покупаем одну из этих прекрасных коняшек на доп-аккаунт Элизабет Даркмор. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Лошадки пока что еще продаются в Форт Пинто около дискотеки. Очень грустно. Я хотела бы побывать в Облачном Королевстве, поделать новых фоточек, но не в этот раз. Покупать сегодня мы будем Бронта. Это лошадка с очень классным внешним видом. Такой грозовой единорог, вернее, кобылка. Это единорог-кобылка. Она сделана на модельке Голландца третьего поколения. Поэтому сочетание масти с аллюрами просто необыкновенное. Мне, конечно, не особо нравится ее городская масть, вот эта вот, без магического вида. Но, извините, привычка говорить «городская» от меня уже никогда не отстанет, потому что раньше, если вы помните, городские масти, они чем отличались? Что вот эта масть, она была в городе, а магическая там, где нету населенных пунктов. Разумеется, аллюры у нее все как у голландца, ничем она не отличается, кроме магического облика. Как же тебя назвать? Я вообще не думала, что в ближайшее время Элизабет сможет купить какую-нибудь лошадь, несмотря на то, что у нее уже есть старкоинцы. У нее 3822 СК. Я не думала, что пойду покупать лошадь. Ой, но хочу все-таки ее купить. Она достаточно такая темненькая. Элизабет у нас девочка-вампир. У нее все кони либо черные, но основные ее лошадки достаточно такие магическо-мрачные. Так, как бы тебя назвать-то все-таки? Сейчас посмотрим. Буря. Во, порывистая буря. Ой, а мне очень даже нравится, но... Мы останавливаться на этом не будем. Давайте еще посмотрим несколько вариантов. Я считаю, нужно иногда иметь хотя бы два варианта на рассмотрение. Ну, если только не идеальное суперское какое-то имя, которое сразу подойдет для вашей лошадки. Так, кручу-верчу, запутать хочу. Небесный, небесный, нет. О, есть непокорный, но непокорная. Почему нету непокорная? Опять эти окончания. Мне один раз написали в комментариях, что почему вы обращаете внимание на окончания. Нет, в английском языке разница действительно не имеет значения, но в русском языке как бы это бросается в глаза. Я решила все-таки назвать ее «Ночная буря», потому что она прям такая, ну, ночная гроза. Мне один раз в жизни удалось увидеть подобные облака, молнии желтого цвета в небе, и это просто было вау. Ой, господи, какая же ты классная. Нет, вот все-таки, да, покупать Элизабет таких мрачно-темно-магических коней, это отдельная любовь. Ну, какая прям пузечка, эти кучерявые облака у нее вместо гривы. Так что, мы купили ей новую коняшку. Я не помню, если честно, кого покупала я на Элизабет последний раз, но мы мчимся на конюшню и смотрим. Как вы видите, да, у нее очень много темных лошадей. Была отдельная покупка видео старичков вороных. И вот она, наша новая прелесть. Так, пожалуй, я ее поменяю местами с Фризом. Или с Арабом? Нет. Так что все-таки вот так вот оставлю. Я еще купила себе Пинтабиана быстренько, чтобы не забыть до того, как их уберут. Вот она, ночная буря. Привет. О, привет. Давай мы тебя
прокачаем до второго уровня, хочется сразу скакать галопом, карьером, а не ходить обычным галопом. Мне нравится. Вот все-таки в зависимости от того, на какой аккаунт покупаешь определенную лошадь, восприятие этой лошади меняется кардинально. На основной аккаунт я не хочу никого из этих двух мальчиков, но на Элизабет я сразу поняла, что хочу вот этого темного единорога, а на Эрику светлого пегасика. Ой, боже мой, ну как это мило, как это классно. Мне они очень, прям, как они смотрятся вместе, нравятся. И вообще, лошадок сделали очень просто магически, классно такая тематика. Жалко, что без облачного королевства. И жалко, что у пегасика крылышки вообще никак не двигаются относительно тела, просто картоночки. Но к единорогу претензий нет. Слушайте... Неожиданно, но мне резко начала нравиться эта лошадь в городском облике. Как так? Вот почему, когда только только когда ты купил лошадь, ты сел на нее и начал на ней разъезжать по Юрвику, сразу начинается некое переосмысление данной либо породы, либо масти. По-другому сказать не могу. Это очень странно. А мы тем временем смотрим, чтобы нам надеть. У меня комплектов здесь не так много. Есть недоустки, некоторые вальтрапики, несколько сетов. Но эти сеты, они как бы постоянно там на магическом шайре, на магическом пентабиане. Ой, пейнтхорсе, вернее. Ну, тут у меня есть еще несколько красно-бордовых вальтрапов. Сейчас посмотрим. Ну, я не знаю... Хочется вот это. Ну, вот это... Да, пожалуй, я его оставлю этот. Он сочетается с линией узоров на гриве этой лошадки, кобылки. У нас это кобылка, ночная буря. Какая же ты все-таки классная. Нагавочки сейчас какие-нибудь подходящие тоже к комплекту подберем. И пойдем уже смотреть, как на тебе можно кататься, разъезжать. Ну, прям еще и одежду бы подобрать. Так, сейчас быстренько посмотрим. Жалко, что вот хороших, именно прикольных по модельке предметов гардероба красно-бордового цвета на самом деле очень мало. Вот у меня есть буквально, наверное, 5-6 кофт, которые я люблю комбинировать с разными штанишками. В зависимости от ситуации, в которой катается Элизабет. Ну что ж, вот мы и готовы, какие мы красивые. Я решила ей надеть вот такую уздечку. Ну, во-первых, потому что у меня другой не было, и, по-моему, это все-таки сет. Седло поездковое и вот эта уздечка. Значит, вот так вот мы красивенько рысим. Слушайте, ну прям мне вот этот вот магический облик теперь очень сильно нравится. Ну, прям... Очень классная лошадка. И из-за нагавок прям резко теперь отделяется от тела копыта. Они и так, в принципе, очень сильно светились относительно темного ночного тела. Но сейчас они прям вообще такие, знаете, как серебряные копытца. Нагавки тут у меня еще одни есть, они не подходят. Осаживание делаем. Ну что сказать, моделька голландца, она сама по себе очень даже ничего, гран-при все-таки класса. И городская масть. Господи, да как это красиво смотрится, учитывая то, что Элизабет живет у нас в конюшне Золотого Листа, КЗХ, то бишь сокращенно, она прям, ну, идеально подходит сюда, эта лошадь, по оттенку масти. И вот эти переливы, градиенты в гриве, ну вот с этим персонажем, да, это прям очень круто, очень классно. Пожалуй, пока что я думаю, что это будет та самая спортивная лошадь для Элизабет, потому что у Элизабет мало лошадей новых поколений. И те, кто есть, ну не могу сказать, что я хотела бы брать их, допустим, в спорт. Ну хотя бы просто вот так вот ментально-морально. И опять магический облик мы делаем. О, ну боже ж ты мой, ну как,
как вы классно смотритесь, ребята, я прям не могу. Ну вот что-то у вас прям, я не знаю, что-то, какая-то духовная связь у вас явно наладилась. Да, вот на основной аккаунт у меня такой связи нету, не пойдете. Сразу делаем несколько фоточек на память, потому что надо, потому что красиво, в альбомчик потом скинем. И давайте еще побегаем в городской масти, потому что мне все никак непонятно, почему резко и неожиданно здесь эта масть мне очень сильно понравилась. Прям, ну, очень сильно. Вот такие еще носочки. Вот, кстати, мне нравятся, какие здесь носочки и копыта. Прям очень сильно. Побольше бы такие сочетания, когда лошадка темненькая, носочки аккуратненькие, не рваные, вот прям такие, ну, аккуратненькие-аккуратненькие и светлые копытца. Я у кого редко такие, в общем, копытца вижу. Ну что ж, ребята, на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Покупочка подошла к концу. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте лайки, пишите комментарии, кого вы купили из магической парочки. Как вы думаете, подходит ли эта данная лошадь для Элизабет? Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их и также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. Я тут осознала, что я не смотрела, как эта лошадь смотрится ночью. И смотрится она просто шикарно.